Здесь попал. Отлично попал. Где он? Ушел, что ли? Ой, сорвался он. А, вот он стоит. Ой, убежал. Всем привет, друзья. Сегодня вот мы на очередной рыбалке вышли. Погода под 40, немножко ветер. Ну, надеюсь, ветер нам не помешает. В общем, некоторые люди думают, что легко выходить на рыбалку. Вышел, поехал, взял, приехал. Нет такого легкого пути, нет. Вот приходится ездить по таким дорогам, вот 5-6 километров. И пока доедем, дорога еще хуже. Так что легкие рыбалки не бывает, но приходится. Оно того стоит. Отдыхаешь на природе, нервы успокаиваешь. Ну, в общем, кому как. Сейчас уже подъезжаем. Вот решил в тенечке этого дерева немножко отдохнуть, потому что жарко. Сейчас немножко отдохну и буду снимать уже саму рыбалку на месте рыбалки. Кто не подписался на канал, подписывайтесь, смотрите видео. Всем приятного просмотра. Вот, ребята, прибыли мы на место рыбалки. Как обычно, наше проверенное место. Ну, долго церемониться не будем. Сразу начнем рыбалку. Вот этот канал проверенный. Будем вот вдоль этого канала прочесывать, ловить. Идем вот, как обычно, по дамбе. Вот смотрим сверху. Отсюда видимость хорошая. Сегодня ветра не очень. Облаков почти нет тоже. Ну, отсюда сверху будем смотреть. Если увидим, будем брать. Вот здесь вот рыбу вижу. Вон внизу камыши плавает. Далековато немножко. Сейчас немножко подожду. Может выйти обратно. В камыши она заплыла. Вот здесь две рыбы проплывают. Сейчас попробую подойти. Два амура стоят большие. Сейчас попробую отсюда стрельнуть. Вот они стоят. Вот они. Два амура стоят. Вот он, вот она. Вот она стоит. Сейчас попробуем. Попробую подойти сейчас поближе. Далековато отсюда. Попробуем сейчас. Вот здесь плывут два. Сейчас попробую стрельнуть. Вот. Ну, вот здесь стоит один амур.
Вот приплывает он. Сейчас издалека стрельнем его. Вот он. Не попал. Вот он, змееголов. Есть, есть, есть. Вот он, первая рыба. Большой змей. Блин. Опа. Прям позвоночник, ребята. Большой змей. Вот, ребята, сегодняшний трофей. Вот, посмотрите. Опа. Смотрите, сколько весит. По 4 где-то. Большой змееголов. Вот, ребят, повезло сегодня. Сейчас на обратном пути, если что, для интереса взвесим. О, смотрите, башка какая. Смотрите, вот рука. Вот моя рука. Вот башка, смотрите, какая. Вот, ребят, повезло. Большой змей сегодня попался. Отлично, вот. Ну вот, ребята, повезло так повезло. Первая рыба есть. Ну, для меня, для кого как, но для меня это трофей. Почти что 3,5 килограмма где-то будет змееголов. Немножко отдохнем и дальше пойдем. Вот здесь один амур плавает сейчас. Сейчас попробую подойти. Вот он. Вот здесь вот он. Попал. Поднялся наверх. Вот по низу идешь, рыба тебя быстро видит. Не успеваешь выстрелить. Попробую вот сверху смотреть. Надеюсь, рыба меня не успеет увидеть отсюда. Вот иду на второе место. Там на первом месте одного змееголова взял, больше рыба не вышла. Ну, змееголов хороший, трофейный. Вот, иду на второе место сейчас. Здесь пройдусь. Если рыба выйдет, буду брать. Если не выйдет, все, будем возвращаться домой. Потому что жара у нас сегодня аномальная стоит. Ходить невозможно. Еще попал. Где он? Ушел, что ли? Ой, сорвался он. А вот он стоит. Ой, убежал. Блин, сорвался. Отличный амур сорвался. Ё-моё. Как так, а? Вроде отличное было попадание. Блин, как так, а? Вроде отлично попал. Хороший амур, а? Сорвался. Вот здесь, ребята, змееголов стоит, средний. Сейчас попробую стрельнуть. О, увидел меня, что ли? Опа, есть попадание, во. Прям в голову попал. Опа. О, средний змееголов. О, тоже позвоночник попал. Отлично. Вторая рыба на сегодня. Двух взял. Одного хорошего амура упустил. Вот он, ребята, змей средний. Ну, пойдет тоже. Амур вниз пошел. Сейчас подождем. Вот он внизу. Проплывает он. Там внизу. Вот он.
ушел. Вот здесь что-то шевелится, но рыбу не вижу. А вот он вышел. Есть, 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 попал. Есть, попал. Отличный амур. Она в камыши тащит сразу. Держу, держу ее. Опа, о, запутала все равно она. О, придется в воду спускаться. Пока держу ее. Придется в воду спуститься за ней. Она в камыши запутала сразу. Не успел натянуть, она сразу запутала. Не знаю, глубина какая здесь. Дай бог, что не глубоко. Опа, где она стоит? Опа, опа, вот она стоит. О, 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 о. О, здесь глубоковато немножко. Опа. О, пуля насквозь прошла. Бояться не надо. Главное, чтобы рыба сама не порвалась. О, насквозь. Опа. Держу, держу. Вот она. Вот эти камыши. Опа, вот она. Глубоковато здесь немножко. О. Отлично пробил я ее. Вот он. Средний амур хороший. Вот он. В камышах увидел. Камыши шевелятся там. Трава. Немножко подождал, она вышла. Вот, повезло, ребята, третья рыба. Я там, когда шел, увидел, что камыши шевелятся. И стоял, ждал, знал, что под ним рыба стоит. Но не думал, что амур. Я думал, что змееголов там стоит, затаился. Думал, змееголов. Ну, оказалось, белый амур. Повезло. Скорее всего, на этом все, ребят. Будем возвращаться. Жара стоит, ходить невозможно. Три рыбы взял. Один трофейный змееголов. Один средний. И один средний амур. Ну, на сегодня пойдет. Вот, ребята, три рыбы. Сравните с моей рукой вот башку змееголова сегодняшней. Сейчас вот на нуле, сейчас взвесим. Вот на нуле, сейчас посмотрим. О, 330. Ну, тоже хорошо. Свой рекорд на этом сезоне. На этом сезоне не побил. Но все равно тоже хорошо. Вот она. Сравните вот нога. Вот рука, голова. Нет. На этом все, ребята. Будем возвращаться домой. Подписывайтесь, смотрите видео. Всем приятного просмотра. На обратном пути остановился вот у одного такого шлюза. Вот здесь большого амура увидел. Сейчас вот срочно приготовился. Сейчас посмотрим, может обратно выйдет она. Вот здесь большой амур плавал возле шлюза прям. Вот мальки везде. Мальков много. Вот среди них один большой амур. Так что здесь вот здесь стоит. Он мельком только показывается здесь. Вот он, вот он. Ушел на дно. Хвост только видно сам. Амура не видно. Чуть-чуть он, если поднимется, сейчас стрельнет. Не поднимается он. Хороший амур. Уже по хвосту видно размер. Вот здесь он плавает, большой амур. Почти полчаса я его жду здесь. Вот здесь увидел только что. Вот он.
Отлично попадание. Хороший амур. Опа, вот он. Почти полчаса ждал. Результат дал ожидания. Вот он, отличный амур. О, здоровый, дергается. Тянет он. Вот он, ребят, вот он. Хороший амур. Взял. Вот мужик наблюдает. Ему интересно. Вот он, вот он. Взял. Полчаса сидел, ждал его там, возле шлюза. Оказывается, он в эту сторону ушел. Опа, вот он. Вот, ребята, взял. Взял, отлично. О, хороший амур. Вот, ребята, взял. Отличный амур.